Ну что же, мы разобрались, что сладкое, жареное, жирное, в этом мы себя должны ограничивать, скажем так, максимально, насколько это возможно. Есть правильную пищу, клетчатку, белок, полезные жиры. Но едой же, так сказать, делу не поможешь. Это же долгая история, игра в долгую. Угу. Может быть, есть какие-то микроэлементы, витамины, которые тоже будут полезны? Если еда сбалансированная, и если человек относительно здоров с точки зрения усвоения питательных веществ, он не нуждается ни в витаминах, ни в минералах. Если же у него какие-то ограничительные диеты, вегетарианство, веганство, то, конечно, там существуют определенные биологически активные добавки, витамины, которые ему нужно принимать, как минимум железо, витамин В12. А в целом питание сбалансированное у нормального здорового человека не требует никаких БАДов и витаминов.